Но сейчас мы продолжаем. Ты только оглядись, Артём. Это же наше наследие и наше будущее. Ну? Невозможно представить себе, какую власть дает своему хозяину это место. Какую силищу. Ты там совсем поехал, мы что ли? Мы можем огнем и мечом отвоевать свое место под солнцем. Снова стать повелителями земли. Мы перестанем жить и дохнуть в подземельях, как крысы. Тебя прихватило там. Будем строить дома до небес, а в метро спускаться только, чтобы домчаться от одного конца города до другого. Слово «человек» будет снова звучать гордо. Так оно и сейчас звучит гордо. Человек. Я бы сказал, что оно звучит более гордо, чем сейчас. Ну, человек, человек. Ну, фигня. Мы, а вот в метро... Мы отвоюем наш мир огнем и мечом. Мельник произнес эти слова. Но я будто бы уже слышал их от Хантера. Огнем и мечом. Но разве не так мы однажды уничтожили тот прекрасный мир? И вот огонь был в моих руках. Ну да, есть такое. Так, добраться до Останкинской башни и установить цели указатель. Господи, все не так быстро заканчивается, как я думал. Действительно, я думал, что мы сейчас быстро все запустим и все. Ульман. Друже. Давай быстрее. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну быстрее. Я, ладно, пока ты там медленно прешься, я тут все перезаряжу. Пяу. Пяу. Я, конечно. Я в аду со своими шуточками. Создание, которое живет там, внизу. Ну ладно. План действий таков. Мы с Артемом выдвигаемся в Останкино. Попытаемся забраться на башню. Дадим вам координаты и будем корректировать огонь. Ты останешься здесь, прикроешь Володю. И попробуй достучаться до наших, чтобы прислали подкрепление к башне. Ну, храни вас, ну, в кого вы там верите. Очень мило, что вы мне патроны предоставили. Мне без них было бы туговато. Бери систему наведения. Она где? Я должен сюда стать? Или как? Бери систему наведения. Ну, я здесь. Что ты от меня хочешь? Чтобы я пошел открыл? Нет, я должен внутри стоять. Бери систему наведения. Сесть куда-то или что? Я тыкаю везде. Артём, бери систему наведения. Ты о чем? Я к тебе сзади пристроиться должен, я не понимаю. Что такое? Не ломается. Ладно, я попробую выйти. А! Значит, я должен был вот это захватить с собой. Чего же мне не указывал на него? Моя волшебная штукенция. Оп. Оп. Пасхалочки какие-нибудь будут? За счет того, что я сюда забрался, а? What? Я ожидаю пасхалочки. Это было бы очень честно. За то, что я проявил смекалку, предоставить мне какие-нибудь пасхалочки. Ну ладно, пасхалочек не будет. Пошли, ребята. Полагаюсь я только на себя и на вас. Всем остальным плевать и на нас, и на то, что мы тут человечество опять спасаем. Что за депресняк? Что с тобой? Мельник, кажется, да? Башня. В сойдя башню. С поезда, мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королёва. Далеко вы проехали. Теперь мы были совсем рядом со Останкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Да? Ага. Но я при другом оружии, при патронах. Давай я тогда с этой штуки постреляю. О, ну, в принципе, я теперь понимаю, что ты имел в виду. Не попал. Ёперный театр, а тут этих зараз много, надо признать. Весьма много. Ой, парни, вы меня охранять-то будете? Хотя бы сообщили бы, что здесь зашла ко мне зараза.
Как ты не убил? Убил, конечно. А это была скриптовая псина. Ой. А это, наверное, тоже было скриптово, да? Я не успел поднять там патроны, которые были, хотя хотел. Демоны. Останкинская телебашня. Я не так много был в Москве, чтобы узнать, что там Останкинская телебашня вот с самого начала. А куда нас сейчас этот демон занесет? А, мы от него отбились. Ну великолепно. Мы сильны. Ну что, демон? Как ты так быстро стреляешь со своей рельсы? Артём, с тобой все в порядке? Да. Демоны их рассеяли. Надо прорваться к башне. Это наш шанс. Давай я быстренько его подзаряжу, а то не будет возможности стрелять. Я останавливаюсь не на секунду. Не на секунду? А патроны подобрать? Так, так. Теперь справа. Слева. Справа. Стрелять. Мазать. Перезаряжаться. С рельсы попадать. Бежим быстрее. Мы вдвоем остались. Я спину, ты перед. Идет? Это я был виноват. С тобой все в порядке? Мельник, с тобой все в порядке? Десантируемся. Десантируемся? Что? Мельник, да ты поехал на основе всего этого. Я без энергии. Подожди, мне нужно зарядиться. Убей, пожалуйста, эту заразу. Мельник, я тебя попросил. Как друга попросил. Быстрее проходи. Ты так выскочил передо мной, я не успел убить эту заразу. Она в стену въехала. У меня не хватает энергии, чтобы со всеми ними справляться. Помогай, пожалуйста. Я перезаряжусь, насколько смогу. Уа! Мельник, продвигаемся. Быстрее, я же говорю. Ну давай же. Я и помогу тебе, конечно, выносить. Давай, забегай внутрь. Я тебе говорю. Ой, спасибо. Хотя я зря это сделал, конечно, но... Куда вперед? Отмотри комнату, живо. Есть. Почти попало. Так, здесь наверняка патроны. Ага, да. Что ты там сказал, я не успел прочитать и расслышать. Мы как бы невидимые. Ты на вкус бы не очень. С тобой все в порядке? Стой! Проклятие, огонь! Вперед, вперед! То есть мне не надо было их трогать, да? Угу, хорошо. Не надо было, так не надо было, надо было заранее сказать. Ну, это уже похоже на штурм конкретный, но мы слишком супермены. Блин. Сюда. Я почти стратил все патроны. Зря я их продавал, наверное. Ну, давай, заходи. Что ты как девочка? Я тут быстренько осмотрюсь. Все хорошо. Да. Легче сказать, чем сделать. Путь наверх. Ты браться, что ли, еще говоришь? Я не понимаю. Мельник. Мельник. Попробуем. А после этого что произойдет? Произойдет что-то очень веселое? Давай, давай, убей, жало, давай. Знаешь? Мне говорили, пойдет в армию, будет весело. Будет самоубийственно. Если сейчас противовес влетит в пол, нас размажет по потолку. Лифт доставил нас прямо наверх. Мы теперь словно парили над этим миром. Он весь был у меня на ладони. И будто бы его судьба зависела от меня. И я сделаю все, что от меня зависит. Я установлю систему наведения. Так я думал. Но человек предполагает, располагает кто-то другой. Даже так?
Держись покрепче, будет трясти. Дай мне зарядить свое ПНВ. Ну, нас не размазало, уже приятно. Я ни черта не вижу, из-за того, что здесь слишком светло. С тобой все в порядке. Ну, более-менее. Фантастика. Ульман, как слышите? Мы на базе. Цель скрыта за облаками. Мы поднимаемся, прием. Нам теперь нужно тебя каким-то образом сюда поднять. Я даже вспоминаю одну песню Киша. Одну очень веселую и интересную песню Киша. Ты бессмертный, что ли, демон? Я видел. Да, я сначала заряжусь по всем фронтам. А там уже будем посмотреть. Патрончиков нету. Жаль. Весьма себе жаль. Текс. Привет. Не-не-не. Беги, Артём, беги! Я, по-твоему, бежать должен? Да я его расстрелять могу. Куда мне дальше? Ага, протиснулись. Надо снять ПНВ. Однозначно. Может даже фонариком посветить. Красиво-то как. Ей-богу, красиво. Ага. Не достанешь, не достанешь, не достанешь, не достанешь. Угу. Давай, прогоняй их, молодец. Интересно, сюда я протиснусь? Нет, не протиснусь. Ну и не надо. Ну и не важно. Не больно-то и хотелось. Как Останкинскую телебашню, конечно, раскрошило. Ей-богу, раскрошило. Ой. Там рядом есть лестница. Давай наверх. Да я уже ее увидел. Давай тебе быстренько так. Давай, давай, Артём, протискивайся, протискивайся. Маслицем бы еще смазался. Отлично, да, я молодцом. Ульман, как слышите? Отбили нападение демонов. Продолжаем подъем. Не отбили. Минус мельник. Стреляй, Артём! А я что делаю? Живи, мельник, живи. Минус мельник. Вот черт. Ульман, как слышите? Меня ранили. Будете на связи с Артемом. Прием. Вас понял, полковник. Прием. Лазерное наведение нам тут не поможет, Артем. Облака слишком густые. Ну что предлагаешь? Придется тебе забраться наверх. Чем выше, тем лучше. И установить систему наведения там. Угу. И что дальше? Давай, парень. Теперь все в твоих руках. Поэтому я буду мыть их чаще. Договорились. Ну, значит мне сюда, да? Забраться как можно выше. Ну, будем пробовать. От этого же никуда нам не деться, да? Эх, как грустно получилось. Бедный мельник. Вечно ребята умирают из-за меня. Протискивайся, протискивайся, Артём. Здесь же можно протиснуться. Что ты хочешь? А, великолепно. Отлазен скрит. Будем по верхотурам лазать. Быстро нажимаем F. Ну, я не знаю, нужно ли это сейчас было, потому что Артём ухватился без моего усилия. А, надо, надо. Нажимаем быстрее, как получается. Лезь, 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 Артём. Пути назад нет. Это не есть приятно. Ну ладно, я не подведу вас, ребята. Вы все погибли не напрасно. Я надеюсь, по крайней мере. О! Фильтры. А, вниз я не буду прыгать. Это самоубийство. Чистой воды. ФПС проседает, но в принципе не критично. Он здесь.
Ага, привет, черные. Он несет смерть. Атош. Он пришел истребить нас. Посмотрим. Слышу, слышу. На месте Ульмана я бы решил, что я тут того. Окочурился уже. Привет. Немного страшно, согласен. Но не настолько, чтобы сдаться. Мы уже почти у цели. Сейчас мы узнаем, насколько праведным я был. Уверен, что не насколько. Здесь иначе не будет, нет? Что? Сохранение? Никакая пасхалочка не будет здесь? Нет, не будет, жаль. А было бы забавно, кстати. Ладно, поднимаемся здесь. Уап. Уап. Ну вот, как обычно. Как обычно. Я, как обычно, цепляюсь за непонятно что, взбираюсь наверх в лучших традициях просто. Зачем ты счищаешь снег? Просто ползи. Ого. А ты интересно делаешь. Я тебе отвечаю. Вообще, я бы струсил, на самом деле, на месте Артема все вот это вытворять. Да я постоянно нажимаю. Я бы, честно, очень струсил. И вряд ли бы справился со всем этим. Ну, Артем крут. Что я могу сказать? Больше ничего? Не надо. Ребята! Ребята, дайте управление! У меня гранаты были. Я мог вам и кинуть. Не надо ко мне подходить. Я хороший. Вы меня пугали. Вам не стоило этого делать? Ну что ж. Давай, Артём, устроим заварушку. Вы в зоне контакта. Ага. Что дальше? Сигнал отличный. Продержись еще минуту, и мы их накроем. Продержаться? Окей. Дай-ка возьму патроны покруче. Благо, конец игры. Если бы был конец игры, я бы ни за что этого не сделал. Ну попробуй. Ого, вот это приближение. Можно. Не надо. Короче говоря, либо вы, либо я. Ого. Вот это трипы. Угу. Куда мне идти? Давайте попробуем пройти куда-нибудь. Например, сюда. Ага, сюда у нас не пройдет. Попробуем сюда. По кругу. Здесь закрыто. Сюда. Закрыто? Да, закрыто. Последний путь. Прыжок вверх я собирать делать не планирую. Вот, например, один. Да что вы делаете, ребята? Я же смогу пройти вперед. Я удержался? Я удержался. Вообще ништяк. Не надо. Зачем вы меня трипами вот так вот балуете? Угу. Значит, я стою здесь. Пошли. Куда мы бежим, я не знаю. Он пришел истребить нас. Ну а что вы мне еще оставляете? Вы мне не оставляете выбора. Оставляете его. Нет. Да, я тут. Меня плющит. Не мешайте мне ловить кайф. Я тут курнул немного.
поэтому мне так хорошо. Чего же я по кругу дохожу? Я полагаю, что если я сейчас встречусь с кем-нибудь из этих черных, мне будет очень плохо. Что за фигня? Что за фигня? Мне просто идти вперед? Мне начинает плющить с каждой секундой все больше и больше. Но я хожу просто по кругу. Ладно, предположим. То есть надо было пойти назад. Окей. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не надо. Я справлюсь. Налево, направо. Ага. Но я хотел направо. Ой, точнее, налево. Почему меня заставили бежать направо? Ва! Неужто я упал? Вживую. Ух. Вот это гонки. Гонки за мечтой. С богом или дьяволом на финишной прямой. Не помню, как там дальше было. Нет? Ты не представляешь, насколько я упорный. Он идет? Можно. Сюда нельзя. Понял. Бежим прямо. Что вы меня пугаете, ребята? Вы повторяете, хватит. Это неинтересно. Ёперный театр. Вы предлагаете, чтобы я вот здесь вот прыгал, все перепрыгивал? Куда мне бежать? Я не понимаю пока что. Я слегка вспоминаю Dishonored сейчас. Там тоже были похожие вещи. О. Ты кто? Врагов надо истреблять. Уничтожьте его. Спасибо за пуху. Это мне сейчас типа предоставляется выбор или что? Пощадить или убить? Ну если так. Остановите его. Семён, стальная башка. Уничтожьте его. Какое-нибудь другое оружие будет, нет? Жаль. Надо было все расстрелять сначала, а не три. Ну, попробуй. Ты слаб, я силен. Как же я здесь оказался? Как же я здесь оказался? Вылетело! Принимайте посылочку! Посылочка идет. Ништяк. Посмотрим на закат атомный. Хотя на самом деле нам бы заныкать где-нибудь, а то будет нам очень весело. Сейчас. Видать, не был я достаточно праведен для того, чтобы была хотя бы возможность хорошей концовки. Пока, черные. Это я, что ли? У меня был другой противогаз. Ну да, это похоже я. Но оружие у меня было чуток другое. Красотища. Красотища. Подождите, там черный пришел? Какой-то действительно сказал. Тот, кто воюет из любви к своим близким, повергнет врагов своих. Я вступил в эту войну ради моих родных и ради моих друзей. Я защищал свой единственный дом, метро. И мы победили. Победили. Получилось 4 серии. Может быть, я как-нибудь пройду чисто для себя, для того, чтобы там по стелсу, никого не убивая, выполняя максимум добрых поступков для того, чтобы увидеть саму по себе светлую концовку. Может быть. Игра вполне себе неплохая. Она, конечно, чуть-чуть требует мощнее компьютера, чем мой, да вообще, многие игры, которые проходил на канал, такого требуют. Ну, это да, у меня не самый мощный компьютер. Неважно. Игра хорошая.
действительно хорошая. Мне ее рекомендовали, поскольку у нее атмосфера очень похожая на атмосферу Сталкера, или что-то в этом духе. Я бы не сказал, что атмосфера похожая. Метро намного холоднее, и я бы сказал, что она все-таки ближе к атмосфере постапокалипсиса. То есть Сталкер, да, он хорош в этом плане, но с метро все-таки это чистый постапокалипсис, я бы сказал. Очень приятно, что подобные игры в принципе существуют. В том плане, что очень часто наш отечественный игродел как бы опускают, принижают, говоря, что наш отечественный игродел не упускает хороших вещей. Метро это, насколько я знаю, метро это российская игра. Хотя я могу и ошибаться. Очень надеюсь, что я не ошибаюсь, и это действительно наше производство. Что еще можно сказать? Да ничего, в принципе. Метро действительно великолепная игра, и я рекомендую вам ее пройти. За каждым закатом наступает новый рассвет.